Мы в этом году совместно с агентством стратегических инициатив попали в пилотный регион, где тестируется стандарт поддержки волонтерства. Очень важная тема, учитывая, что на севере это всегда было развито, и последние годы у нас много хороших уже успехов, связанных с экологической уборкой, с даже в тяжелых ситуациях, вроде лесных пожаров, все равно все эти механизмы успешно задействуются. Пожалуйста.